Позовите сенатора. Это полковник. Все под контролем? Боже мой. Ну и кашу вы заварили. Звоните, как разберетесь. Вот она, вон там. Поднажми. Расходный материал. Итак, можете привести примеры? Тайлер? Ну, стволовые клетки. Стволовые клетки. Еще одна довольно-таки неоднозначная тема. Этично ли это — пожертвовать одним эмбрионом ради спасения 10, 20, 100 или 1000 особей? Кто хочет высказаться? Калеб? Думаю, да. Это же ради всеобщего блага. Не знаю, Калеб. Это ты мне скажи. Мистер Андерсон? Что есть всеобщее благо? Что есть всеобщее благо? Ева, дай нам определение. Я думаю, это неправильно. Кто сказал, что одна жизнь важнее другой? Как найти эту границу? У нас 4 разных мнения по одному вопросу. По сложному вопросу, связанному с моралью. И где гарантия, что оппоненты будут в состоянии понять точки зрения друг друга? Так? Мисс Донован? Я не уверена. Неуверенность ни к чему не приведет на моих занятиях. Ну, тогда, думаю, это почти невозможно. 2 человека не могут договориться, какой фильм смотреть. Куда там ценность человеческой жизни? Хороший пример, мисс Лейси. Ладно, друзья, мы подошли к концу. У вас начинаются каникулы. И, несмотря на мнение мистера Калеба, я человек благоразумный. Поэтому задаю прочитать только 7 и 8 главы. И да, мистер Андерсон, этот материал будет включен в контрольную работу. Отлично. Ладно, на этом все. Хороших вам каникул, отдохните. Увидимся через 2 недель. Мисс Донован, задержитесь. В чем дело, профессор?
Скажу прямо, вы отстаете. Два несданных проекта, два эссе, и набрали всего 62 балла на последнем тесте. Но я же знаю, что вы хорошая студентка. Соберитесь на каникулах и достойно закончите семестр. Я бы с радостью, просто... Я работала в ночь перед тестом, и один проект я вам сдала. Мисс Донован, я не ваш психолог. Я преподаватель. У вас есть время на задание. Так сядьте и сделайте, ладно? Ладно. Привет. Как дела? Я не могу. Ладно. Да, спасибо. Ладно, повеселись там. Нужны деньги, звони. Да, да, слушаю. Ладно, пока. Лэйси. Привет, Киллиан. О, ты не спишь. Слушай, сегодня вечеринка у Джо, и ты идешь со мной. Ну, не знаю. Ты в курсе, что начались каникулы? Давай, все идут. Ты сейчас на меня давишь? Нет, но ты же хочешь стать своей. Да, я хочу пойти, но у меня долги по учебе. И завтра рано вставать. Как работа? Отстой. Работаю много, платят мало. Облом. Ну, раз тебе надо работать, можешь вернуться домой к 10:11. Слушай, я уже не первокурсница. Со мной такое не прокатит. Ладно. А что, если я скажу, что мы купили пенную машину на сегодняшний вечер? Честно скажу, будет классно. Пенная машина? Ух ты. Что ж, удачи вам. Ты им звонила? Нет, и... Не знаю, мое ли это. А что? Я записался к ним. Давай ты. Мой друг ходил на такое исследование. 5 дней подряд просто в видеоигры играл и поднял 2 штуки. Легкие деньги. Какое мучение. Ну, не знаю. Он говорил, что большую часть времени ты там просто... Читаешь книги или... Играешь в видеоигры. Играешь в видеоигры. Так что ты можешь там поучиться и заработать денег. Неплохо. Но что они исследуют? В смысле? Тут не написано, в чем суть. А, я спрашивал. Клиент говорит, это нормально. Когда знаешь, ты ведешь себя по-другому. А так все непредвзято. Ради объективности. Логично. Логично, да. Эй, давай быстрей. Текила закончилась, и девочкам уже не терпится. Пойдем. О, ты уж извини, мой друг немного придурок. Ничего, иди повеселись с девчонками. Нет, я не... Ладно, мне правда пора. Ты придешь? Нет, не могу. Но ты неплохо уговаривал. Спасибо. Ну, если передумаешь, ты знаешь, где мы. И подумай об исследовании. Будет приятно увидеться за пределами общаги. Хорошо. Пока. Пока. Удачи. Спасибо за звонок в систему науки. Оставьте сообщение после сигнала. Здравствуйте, это Лэйси Донован. Я увидела вашу рекламу, и у меня есть к вам пара вопросов. Перезвоните мне, когда вам будет удобно. Мой номер 555-7178. Спасибо, до свидания.
Алло? Это Лэйси Донован? Кто это? Меня зовут Брайан Нельсон. Я работаю в системах науки. Вы только что звонили. А, да, я звонила. Хорошо, понимаю, что поздно, но у нас отбор завтра в 4 часа. Вас это интересует? Да, конечно. Я как раз свободна. Очень удобно. Отлично. Продиктуйте ваш электронный адрес, и я пришлю информацию. Хорошо. Лэйси Донован, @yahoo.com. Спасибо, мисс Донован, я все отправил. Удачи завтра. Спасибо. Смотрите сюда. Так. Хорошо. Откройте. Скажите «а». «А». Хорошо. Хорошо. Ой, холодно. Глубокий вдох. Еще. Еще раз. Мы возьмем у вас кровь. Нужно проверить количество эритроцитов и лейкоцитов. Холестерин, работу печени, уровень глюкозы. Мы узнаем, принимали ли вы наркотики или сильные лекарства. Хорошо, что я слезла с героина пару недель назад. Наркотики — это не шутка, мисс Донован. Да, я понимаю. Обычно это делает медсестра, но сегодня она приболела. Прижмите. Это все. Результаты будут готовы через несколько дней. Не нужно с нами связываться, мы позвоним сами, если вас примут. Хорошо. Хорошо. О. Спасибо, мисс Донован. Спасибо. Она подходит. Мы набрали новую группу. Хорошо. Очень хорошо. В этот раз постарайтесь не облажаться. Обязательно. Придурок. Придурок. Алло? Лэйси Донован? Кто это? Это Брайан Нельсон из систем науки. Мы разговаривали на днях. А, да. Поздравляем, вы приняты. Мы отправили вам адрес и всю информацию. Приезжайте завтра к 6 вечера. Хорошо, спасибо.
Здравствуйте. Здравствуйте. Я на исследование. Вот письмо с подтверждением. Так. Да, да. Как настроение? Легко нас нашли? Я совсем заблудилась. Я редко езжу так далеко. В такую глушь? Еще бы. И правда. Так, посмотрим. Вы у нас мисс Донован. Вы уже читали письмо, но я повторю, что здесь запрещены телефоны и другая электроника. Они мешают нашей технике. Хорошо, у меня ничего нет. Отлично. Лейси, это сестра Дафна. Она проводит вас в комнату. Можем идти? Конечно. Ладно, удачи вам, Лейси. Спасибо. Спасибо, счастливо. Так, что за улыбка? Ерунда. Нет, из-за ерунды так не улыбаются. Ладно, это глупо, но... В детстве у меня была белая мышь. По имени Дафна. Ну, как в Скуби-Ду. Я могла говорить с ней часами. О, как мило. Да, но потом она трагично умерла после эксперимента в 8 классе. И я очень давно не слышала этого имени. Ну, все умирают. Все будет так, как угодно Богу. Наверное. Сюда? Здесь вы проведете ближайшие несколько дней. Прямо как дома. Извините, но мне нужно проверить вашу сумку на наличие электронных устройств. Это политика компании. Да, конечно. Так, карманы. Хорошо, спасибо за понимание. Проходите, располагайтесь. На кровати лежит одежда. Переодевайтесь и идите в столовую на собрание. Кажется, все уже приехали. Первый поворот налево. Хорошо, супер, спасибо. Не за что. Привет. Привет. Мы что, должны ждать здесь? А, нет. Нет, я просто наблюдала за смешным лысым парнем, но... Как дела? Отлично, я Картер. Лейси. Очень приятно. Это прекрасное создание, моя невеста Аманда. Хочу тебя прямо здесь. Боже, как неприлично. Очень приятно. Ничего, мне тоже. Ну, может, пойдем? Да, давайте пойдем. Вперед. Я его знаю. Как дела? Чувак, что там было? Эректильная дисфункция? Да. Да, да, ты... Ты Картер. Точно? Да, здорово. Джейк, да? Да, да. Как дела? Все путем, рад видеть. Это Аманда. Джейк, Аманда, моя невеста. Привет. Привет. Ого, рад знакомству. Красавица, да? Все работает. Боже, рад за тебя. В нашу последнюю встречу нам дали каких-то таблеток, и у нас был стояк целый месяц. Просто вот так. Месяц. Это мой жених. У него там Экскалибур. Ага.
Поздравляю. Спасибо. Может, сядем? Да, очень мило. Привет. Привет. Ты успела? Как дела? Как дела? Нормально. Хорошо. У тебя? Ладно. Смотрите, кто приехал. Как жизнь, Киллиан? Как обычно. Значит, ты готова приехать в это богом забытое место, чтобы увидеться со мной, но не можешь пройти 15 метров по коридору. Но я же приехала. Да, конечно, и я очень рад. Ты уже знакома с Таем? Нет. Тай. Тай, Лейси. Очень приятно. Очень приятно. Вместе учитесь? Да, мы в одной общаге. Круто. Она ко мне вечно клинья бьет, по барам зовет. А я говорю, Лейси, сейчас 10 утра, хватит. Вот обманщик. Ясно. Лейси, познакомься с Кишей. Киша, Лейси. Привет. Очень приятно. Так вы вместе? В смысле? Ты серьезно? Что ты хотела сказать этим вместе? Раз мы черные, то обязательно должны быть вместе? Что? Ты что, язык проглотила? Что-то я не понял. Ты серьезно? Да, я серьезно. Ты знаешь, Гарриет Табман провела нам железную дорогу прямо сюда, в это место. Не понимаю, чего ты добиваешься. Зачем такое спрашивать? Серьезно, я пришел сюда за деньгами, как и ты. Какого черта? Лейси, серьезно? Лейси. Классно, я тебя развел. Вот черт. Пошел ты! Боже мой, она вспотела. Я похож на таких? Теперь я правда обижен. Иди ты! Да ладно. Я, конечно, тоже расистка. Вижу. Нет, мы с Кишей познакомились прямо перед твоим приходом. Я идиотка. Привет, ребята. Нет, нет. Мне стыдно. Неправда. Эй. Привет, дамочка. Присоединяйся. Давай. Вот так. Ура! Да. Спасибо. Ну, как тебя зовут? Нет, дай-ка я угадаю. Сара? Не-а. Ты похожа на Келли. Меня зовут Райли. Райли. Кореянка. Итак, Райли, бываешь на испытаниях? Итак, тебе дали таблетки для глупости на последнем тестировании? Слушайте, я просто пытаюсь произвести на нее впечатление своим остроумием и крутой внешностью. Хорошо, хорошо. Я, конечно, под впечатлением, но я увидела рекламу в колледже и решила, что будет интересно. А где ты учишься? Филиал Уэстлейк. О, круто. Я в главном кампусе. Тебе нравится? В целом, да. Правда, учеба дорогая. И поэтому я здесь. А я думал из-за меня. Ха-ха-ха. Нет? Нет, нет. Да, нет. У мамы сейчас проблемы, пытаюсь помочь ей. Ты знала, что они собираются поднять цену за обучение? Вообще-то нет. У меня родители платят за учебу и за все остальное. Я сюда приехала, чтобы позлить их. Получается? Очень даже. Господа, дамы, надеюсь, вам комфортно. Меня зовут Сандерс. Это полковник Сандерс. Заткнись. Спасибо, что приехали. Вы здесь, потому что мы разрабатываем препарат, который поможет солдатам справляться со страхом на поле боя. Препарат безопасен, и максимум, что вы можете почувствовать, это беспокойство. Хочу сказать, что сегодня вы очень поможете своей стране. Слушайте, про солдат это все очень круто, я с вами. Но я здесь ради $1000. Об этом не беспокойтесь, мы все выплатим в свое время. А что с ужином? Вы добавите секретную смесь из 11 трав? Будут салаты или гарниры? Я понимаю, что все вы очень голодны. Прошу прощения, скоро мы вас покормим, потому что это необходимо перед процедурой. Мог бы и другое слово использовать. Точно. Медсестра скоро принесет ваш ужин. Вы можете поесть здесь или в комнате отдыха. Помните, что самое главное — расслабиться и наслаждаться. И совсем скоро вы уйдете отсюда с $1000. И чуть не забыл. Процедура запланирована на 8 вечера. Мы вас позовем.
Пейте больше воды. Хорошего вечера. Спасибо. Ладно, идемте есть. А знаете, это вкусно. Даже очень. Ты серьезно? Я уже мечтаю о своем дошираке. Радуйся, что нам не равиоли предложили. Тут Картер со мной согласится. Да, это было ужасно. Просто кусок картона, а на нем какие-то сопли и сверху томатная паста. Мерзость. Боже мой. Да, это правда. Именно так и было. А как сопли на вкус? Прямо как курица моей бабушки. Серьезно? Может, даже хуже. У нее едет крыша. Ну, вы понимаете. Говорит, что здорова, но недавно она пригласила нас на пасхальный ужин в октябре, кстати. И подала кошачью еду и чипсы. Мы ничего ей не сказали. Только искали повод, чтобы встать и выбросить эту еду. Как грустно. Хуже всего то, что кот умер очень давно. Представьте, сколько там пролежала эта еда. Поэтому я здесь. Я получу деньги за исследование и отвезу ее обратно в Ирландию, пока... Она... Пока она не пригласила вас на Рождество? Ну а вы что будете делать с деньгами? Думаю, я полечу домой к маме. Ей одиноко с тех пор, как отец ушел. Просто чем дольше я учусь, тем меньше у меня времени и денег. Джейк, подашь мне плед? Я замерзла. Да. Ну, а я даже не знаю, заплатить бы за жилье, но не знаю как, ведь эти деньги я потрачу на огромный телек. Супер. Круто. Да. Уже мечтаю поиграть в свой Xbox 360 в высоком разрешении. Вижу, ты расставил приоритеты. А, да. Даже если меня выселят, мне будет неплохо с телевизором. Рада, что моего жениха это веселит. Ага, странная парочка. А на что вы потратите свои деньги? Ну, мы копим на свадьбу и медовый месяц. Мы хотим в Вегас. Мы там еще не были и не ходили по казино. Ну, там все и потратим. Может, пригласим Элвиса на свадьбу? Хватит, ребята, хватит. Вы что, здесь же дети. Эй, Киша, а у тебя какие планы? Не хочу никого обидеть, но вы, ребята, готовы рисковать своим здоровьем и благополучием ради чего? Телевизора? Или билета домой? Мне это кажется глупым, не знаю. Ладно, а что у тебя? Ну, 4 месяца назад меня сократили на работе. Пособие по безработице закончилось. Для вас это выбор. Для меня единственный выход. Сочувствую. Ну, есть и плюсы. Кормят очень вкусно. Аминь, детка. Аминь. А ты, Тай? Что же такое тебя привело в эту дурацкую больницу? Хороший вопрос. Внимание! Внимание! Сейчас 7:50. Испытуемые должны сейчас же подойти в лабораторию. Спасибо. Сначала процедура, теперь испытуемые. Во что ты меня втянул? Выходные со мной. И 6 незнакомцами в жуткой больнице. Романтично. Испытуемые, вперед! Да. Хорошо, надоело болтать. Я вас догоню, ладно?
Эй, убирайся отсюда! Вам сюда нельзя. Красавица. Спасибо. Что ты там делала? Сестра Рэтчет разозлилась. На нее все так реагируют. Мне стыдно. Как ты смеешь? Шалунья. Местечко сомнительное. Да. Но мне нравится. Ну, еще бы. Что у тебя с ногтем? Это сейчас так модно. А что у тебя с головой? Ну, так тоже сейчас модно. Понятно. Блестит. Очень мило. Красота. Аэродинамика отличная. Побрил аэро... Да. Ну как? Нравится? Аманда, пройдемте со мной. Мне обязательно быть первой. Аманда, вы должны пройти со мной сейчас же. Все будет хорошо, детка. И глазом моргнуть не успеешь. Уверен? Да. Обещаешь? Да. Так и скажи. Обещаю, детка. Окей. Ладно. Все нормально? Да. Я люблю тебя. И я тебя, детка. И скоро увидимся. Окей. Хорошо. Идут как-то священник и юрист мимо детской площадки. Священник спрашивает у юриста: «Хочешь трахнуть ребенка?» А юрист ему: «Да, по голове». Знаешь, тебе пора бросить эти исследования. Они портят интеллект и чувство такта. Да ладно. Смешно же было. Нет. Смешно. Нет. Ладно, вот еще один. Короче. Выходит парень из ванной голый. В одной руке пудель, в другой — скотч. Тай, пройдемте со мной. Покончим с этим дерьмом. Джейк. Райли. Киша. Картер. Где все? Должны уже закончить. Наверняка ждут в комнате отдыха. Да? Я не знаю. Возможно. Но это место какое-то странное. Я видела Сандерса в маске. В какой? Как в кино, когда должно произойти что-то ужасное. Киллиан, пройдемте со мной. Держись, ладно? Все будет хорошо.
Лейси, пройдемте со мной. Прошу. Эй! Выпустите меня! Эй! Откройте! Пускайте газ. Вызывайте команду. Уходим. Мы закончили. Можете забирать. Запись идет? На паузе. Все под контролем? Конечно. Сенатор, видите трансляцию? Да, вижу отлично. Держите меня в курсе изменений. Так, записываем. Картер? Картер? Картер! Привет, детка. Привет.
Как ты? Нормально. Ты вкусно пахнешь. Я всегда вкусно пахну. Да. Хочу, чтобы ты вошел в меня. Сейчас? Да, сейчас. Сними с меня рубашку. Давай. Из себя. О, детка. Возьми меня за волосы. Вот черт. Что такое? Детка. Это мои волосы? Что за хрень? В чем дело? Детка, что происходит? Детка! Черт. Боже мой. Вот черт. Аманда. 44-18. Аманда! Детка! Что случилось? Что со мной происходит? Картер! Мои волосы! Картер! Это все из-за тебя. Что?
кто-нибудь. Эй! Есть тут кто? Кто-нибудь? Эй! Серьезно, это не смешно! Лэйси. Привет. Чего ты кричишь? Никого нет, Киллиан, все исчезли. В смысле, никого? Ну, нет ни докторов, ни медсестер. Все двери заперты. Ну, еще рано, наверное. Нет, понимаешь, одни часы показывают 11:15, другие — около 4. Я... Так, успокойся, этому должно быть объяснение. Давай пойдем поищем, может, кто-то проснулся. Ладно? Давай. Ладно. Который час? Прости, что разбудил. Привет, Райли. Прости, что разбудила, но... Слушай, Лэйси, кажется, будто что-то не так. Мы не можем никого найти. Это странно. Может, поговорим? Сейчас? Да, сейчас. Прямо сейчас? Ты не против? Конечно. Через минутку. Хорошо, спасибо. Я скоро. Увидимся. Ладно. Спасибо. Есть кто? Нет. Говорю же. Боже мой, я так устал. Что происходит? Зачем мы так рано встали? Здесь никого нет. Все ушли. О чем она? Ну, Лэйси пытается сказать, что никто из нас не видел ни одной медсестры или врача, и она... Мы немного обеспокоены, вот. Нет, 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 я пытаюсь сказать, что здесь что-то не так. Правда? Вы для этого нас подняли? Я иду спать. Тай, погоди. Нет, вы не понимаете. Здесь никого. И выйти нельзя. Все ушли, и все двери заперты. Ну и где молодожены? Я проверил их комнаты. Мы не знаем, где они. Наверняка трахаются на какой-нибудь каталке. Извините, занимаются любовью на каталке. Или наверняка завтракают с врачами и медсестрами. Нет, ребята, я же говорю. Но раз уж мы встали, можем их поискать. Так, вы трое идите туда, мы сюда. В конце концов, найдем их. Хорошо? Отлично. Хорошо. Картер! Аманда! Тут и правда ужасно тихо. Кто-то же должен здесь быть. Говорю же. Помню... Как-то на таком испытании я искал одного парня 2 дня. Серьезно? Да, да. Оказалось, он был у себя под кроватью, просто его парализовало от страха. Короче, у парня были кошмары, но наяву. Что там испытывали? Это был
напиток энергетический. Правда? Да. Какой? Очень популярный. Что это? Что за... Эй, чувак, нет, не заходи туда. А если они ранены? Вдруг им нужна помощь? После вас. Стой, Лейси, не надо. Черт. Картер! Аманда, вы здесь? Боже! Лейси! Картер! Чувак, надо бежать. Что такое? Надо срочно бежать. Что там? Что ты видел? Это Картер. Черт возьми, там Картер. Но... Это не он. Это... Нет. Не ходи туда. Ладно. Поверь мне. Найдем остальных и выберемся отсюда. Договорились? Да. Точно? Да. Бежим отсюда. Бежим! Давай. Бегите. Нет времени, надо убираться отсюда. Быстрее, бегом. Скорее. Скорей. Черт, у нас нет пропуска. Да я попробую. Черт. Так, а по лестнице? Все двери заперты. Объясните, почему мы бежим? И что вообще происходит? Картер мертв. А Аманда? Черт возьми, Картер мертв. Вы слышите? Что-то разорвало его на части и оставило умирать. Не знаю, он все еще жив. Не знаю, я видел его, но не знаю, что это было. Что с Амандой? Мы не знаем. Где-то должен быть телефон, да? Мы проверили, ни один не работает. Просто отлично. Мы застряли тут, выхода нет. Никого нет, кроме нас. Все телефоны выключены. Картер мертв. Знаете что? Это жопа. Это полная жопа. Джейк, успокойся. Должен быть другой выход. Серьезно? У меня есть телефон. Мобильный? Да, я тайком пронесла. Почему ты не сказала? Побежали, ребята, давайте. Быстрее! Побежали. Вы не хотите есть? Я умираю от голода. Может, пиццу, пепперони? Или вегетарианскую, если хотите? Переключи на 12-ю и 17-ю выведи. Ладно. У меня просто метаболизм очень... Ладно, вам плевать. Секунду, я принесу. Ребята. Это Аманда? Аманда, это ты? Мне это не нравится. Почему она там стоит? Вот он. Киша, беги быстрее.
Что ты делаешь, чувак? Впусти ее! Поздно, времени нет. Что ты делаешь? Поздно, слишком поздно. Откройте дверь, пустите меня! Нет, чувак, послушай ее. Открой дверь. Да ты что? Давай! О, черт. О, черт. Черт. Какого хрена? Мы могли спасти ее. Тай, это риск. Мы не могли ничего сделать. Это ты не мог. Тай, успокойся. Истерики не помогут и ничего не изменят. Послушай меня. Я это так просто не оставлю. Не надо было проносить телефон. Ребята? Ответь. Вот. Доложите обстановку. Готовы к производству? Нет, сэр. Но прогресс есть. У пациентов еще наблюдаются такие симптомы, как одышка, выпадение волос, кровотечение из разных отверстий. Но есть хорошая новость. Химикат действует гораздо быстрее. Также мы думаем, что у нас есть средство от этих симптомов. И какое же? Мы привили двух пациентов до того, как пустили газ. У них никаких симптомов не наблюдается. И они оба живы? Не совсем. Один, к сожалению, погиб быстрее, чем мы думали. Если бы вы их изолировали, как я и предлагал. Мы бы сейчас это не обсуждали, правда? Сэр, важно, чтобы все пациенты были вместе. Физическое взаимодействие и разговоры важны и необходимы, чтобы занять мысли. Если мы их разделим, есть вероятность, что... Доктор Дитрих, да? Да. Как скоро вы сможете начать производство препарата? Очевидно, очень скоро, сэр. Может, через пару недель. Извините, вы сказали «может»? Нет. Нет. Через пару недель начнем. Хорошо. Боже. Не знаю, была ли это Аманда, но оно может вернуться. Мы забаррикадировались. Никто не пойдет. Эту дверь не открыть, да? Нет, я проверила. Нужен ключ. Как ты, зайка? За что они так с нами? Нет, нет, так не может быть. Оно двигалось слишком быстро. То есть, это должно быть что-то иное. Просто гениально, Джейк. Так, раз мы поняли, что имеем дело с зомби, надо... Мы тоже станем такими. Я серьезно, что это был за газ? Так, хватит строить гипотезы. Надо придумать какой-нибудь план. Эй, смотрите на камеры. Раньше их тут не было. Значит, кто-то за нами следит. Эй! Эй! Нам нужна помощь! Пожалуйста, помогите! Привет. Выключи. К черту! О-о. Ты говорил, они не бьются.
Надеюсь, они на гарантии, потому что страховка, скорее всего, это не покроет. Сейчас не время. Не знаю как, но исправь это. Там есть еще камера? Конечно. Сейчас все будет. Боже. Пожалуйста. Что ты делаешь? Знаешь что? Если мы им нужны, пусть приходят и забирают. Не знаю, как вы, а я тут умирать не собираюсь. Эй, эй, что с тобой? Ничего. Точно? Да, да. Наверное, дело в курице. Может, проверим, как он? Все нормально. Думаю, ты слетел с катушек, чувак. Я тебя слышу, придурок. Ладно, Крутан. Ты запер нас здесь, что дальше? А? Скажи, что у тебя есть план. Скажи, что мы будем делать, если эта хрень вернется. Не знаю. Что? Не знаю, говорю. Эй, не слышу от тебя идей получше. Пока ты сидишь там в углу, он хотя бы что-то делает. Благодаря Киллиану мы еще живы. Так что если у тебя нет конструктивной критики, не лезь. Что такое, весельчак? Ничего, ничего. Я так и думал. Лейси, стальные яйца... Заткнись, Джейк. Ребята, нам и правда нужен продуманный план. Рано или поздно кто-нибудь нас найдет, так? Пока оно там, а мы тут, мы в безопасности. Так что давайте просто сядем, расслабимся и выждем. Ну нет. А еда? А туалет? Мне кажется, я уже неделю не ела. Да, могла пройти и неделя. Может, попробовать достать телефон Киши? Да, классная идея. Да? Мы просто выйдем в коридор, потусим с этой дрянью. Знаете, она наверняка поджидает за углом. Я просто предложила. Да, надо попробовать. Не сидеть же здесь вечно. Нет, я остаюсь здесь. Благородно, Джейк. Рыцарство исчезло, когда вы получили свободу. Я за равноправие, дамы. Я пойду. Я самая маленькая. Вы немного сдвинете автомат, я протиснусь, возьму телефон и все. Ты серьезно? Да. Ты уверена? Да, я уверена. Давайте. Ну же! Хорошо, да. Давайте. Готовы? На счет три. Раз, два, три. Работает? Да. Черт. Что? Сети нет. Эй! Отстой. Черт. Отличная идея. Смойте это с моих рук, смойте. Нет, нет, надо смыть прямо сейчас, вы не понимаете. Пожалуйста, прошу. Успокойся, успокойся, дыши, дыши, дыши. Так, вдох, выдох, вдох, выдох. Хорошо? Надо смириться, что за нами никто не придет. Ты не знаешь. Джейк, Джейк, подумай об организаторах. Нас похитили. Держат здесь насильно. Накачали не пойми чем. Им есть что терять, так что они сделают все, чтобы мы не сбежали. Нельзя просто ждать. Надо найти выход. И что ты предлагаешь? А? Выйти через главную дверь? Спуститься мы не можем, так что... Надо найти выход на крышу, а там посмотрим, есть ли связь. Или пожарная лестница. Если она есть. Да, если есть. Крыша — лучший вариант. Согласны?
Да, думаю, учитывая обстоятельства, это лучший выбор. Райли? Да, согласна. Ладно. И как нам выбраться на крышу? По вентиляции. Что? Она права. В таких зданиях вентиляция обычно выходит на крышу. Да, да, отлично. Тогда найдем шахту и выберемся на крышу. Да? Думаешь, получится? Шахты должны быть большими. В комнате отдыха есть. Так, ты уверена? Да, 100%. Хорошо. Тогда залезем в шахту в комнате отдыха, и все будет супер. Не хочу вас расстраивать, ребята, но... Вы же помните про ту хрень? И даже если доберемся до крыши, что дальше? Знаешь что, Тай? Сегодня ты ни хрена не сделал, чтобы помочь нам. Так что это твой шанс, приятель. Мы все слушаем. Просвети нас. Черт, со мной что-то не так. Чувак, это ненормально. Тай. Бегите. Черт, бежим быстро. Тай! Бегите! Быстрей, быстрей! Нет. 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 Мы должны вернуться. Нет. Он уже мертв. Так, думаю, все. Пошли. Девочки, девочки, смотрите, где мы? Приемная. Джейк, нет. Да. Да, надо проверить. Нет, ужасная идея. Что? Нет, пойдемте. Джейк. Идем. Не понимаю, что происходит, ребята? Я ничего не пропустил? Ну-ка, интересно. Так они все время следили за нами. Как ты догадался? Ну, я был на многих испытаниях. Кто-нибудь всегда следит. Может, теперь я найду ответы. Пошли. Давайте. Осторожно. Так. Здесь ничего нет. Я думал, мы хоть что-то найдем. А тут ничего. Все нормально. Мы просто... Нет, нет, ненормально. Мы превращаемся в тех, кто за нами гоняется. Я бы сказал, что все совсем ненормально. Джейк, успокойся.
Ладно. Простите. Ничего. Просто ты не один пытаешься с этим справиться. Так что не будем ссориться. Хорошо. Хорошо. Так, ладно. Важно двигаться вперед. Так что надо добраться до комнаты отдыха и свалить отсюда, ладно? Хорошо. Да. Вызывать зачистку? Пусть подготовятся. Скажи, что скоро понадобится. Что с их машинами? Порядок. Еще новости есть? Вы пропустили, они ворвались в лабораторию. Правда? Сами посмотрите. Сюда! Надо подпереть дверь. Сниму решетку. Кажется, порядок. Так, ладно. Вы готовы? Да. Хорошо. Давай. А как же ты? Я после тебя. Не волнуйся. Давай, быстрее! Черт! Ты уже не такой весельчак. Где? Вот тут. Как я и сказал, полковник, в конце недели отчет должен быть у меня на столе. Что-то еще? Зачистка скоро приедет. Мы почти закончили. Отлично. Я улажу дела с местной прессой. Материал появится в газете послезавтра. Мы уже уедем. Чудесно. Господа, вы отлично постарались на благо страны. Спасибо, сэр. Цел.
Джейк? Райли? Где вы? Помогите! На помощь! Черт! Вперед! На помощь! На помощь! Джейк! Джейк! Вы же понимаете, что время поджимает, что по договору мы обязаны поставить это оружие, и что результаты далеки от тех, которых ожидает сенатор. Перестаньте волноваться. Времени полно, чтобы он там не думал. Не смотрите на меня так. Это низкая плата за прогресс. Правда? Мы делаем благое дело. Когда закончим, потерь с американской стороны больше не будет. Никаких столкновений с врагами. Мы выпустим газ и дадим им убить друг друга. Никаких вирусов и дыр в земле. Никакой связи с США. Вы правда в это верите? Я хорошо сплю по ночам. А я нет. Крепитесь. Пока у нас нет оружия, не оставляющего следов, мы не закончили. Там у вас происходит? Убит солдат. Убит солдат. Надо быть осторожнее. Исследование выходит из-под контроля. Вы издеваетесь? Это ерунда. Вам повезло, что СПИД разрабатывали без вас. Первые результаты были ужасающими.
Южное крыло чисто. Продвигаемся. Вы готовы? Закончил. Отлично, машина готова ехать. Господин вице-президент, все прошло как запланировано. Да, сэр. Мы почти готовы проводить полевые исследования. Да, сэр. Нет, нет, это вам спасибо, сэр. Нужны деньги, звони. Расходный материал. Режиссер Дэвид МакКелрой. Автор сценария Дэвид МакКелрой и Марк Меннетт. В ролях Таки Уайт, Мэтью Лаки, Джейк Хеймс, Алджа Джексон, Кристина Геддес, Зак Хоукинс, Джереми Кан, Линдси Гарретт и Дэниел Болдуин.